Любим мы коровок, любим мы овечек и любим мы... Куда делись свинки? Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Эл, и добро пожаловать в эволюцию по Майнкрафту, где я рассказываю о версиях Майнкрафта. Я сегодня решил у себя попробовать качество этого ветряка, и сегодня я расскажу про версии 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13 и 1.0.14. Сказал я быстро, кто не запомнил, я повторю. Начинаю с версии 1.0.11 и заканчиваю с версии 1.0.14. Итак, 1.0.14 мы сейчас играем, и со следующим видео мы будем... Это прыгать по этим версиям 1.14, а по-моему 1.016 и так далее. Вот так вот. Тун-тун-тун-тун-тун. И я ветряк, солнце садится, и скоро выйдут мобы. Я хочу посмотреть, какой интеллект у мобов в этой версии. Ну что ж, а вон и свинка нашлась. Хорошо, давайте 1.0.11. Итак, начнем. Были добавлены тростник, бумага, книга, книжный шкаф, кирпич, глина, глиняный блок, слизь, слизень, кактус. Сколько мы градусов сделали? 90. Прямой угол. Хорошо. Итак, значит, как мы знаем, точнее, как я и сказал, добавлен тростник, бумага и заканчивая кактусом. И хочу я сказать то, что мы... такое классное обновление, и в принципе тут нечего сказать, были добавлены предметы, и это круто. Вот, ну а также хочу сказать то, что кактусы теперь наносят урон при касании, раньше не наносили. То есть это 1.0.10 были добавлены кактусы, но в 1.0.11 они были как-то откорректированы и были изменены. Но хотя у меня записалось то, что кактусы были добавлены в 1.0.11, хотя кто их знает, надо создать машину времени и посмотреть. Так, ну а также была изменена генерация ландшафта, то есть вот теперь такие маленькие деревья. До этой поры наш такой классный пейзаж, тот, который был в NFDF, присутствовал там. Теперь чуть-чуть подкорректировали. Ну и что же делать? Ну я так думаю, они правильно сделали, надо брать свои росточки и садить. Если вырастет дерево, мы будем чайками. Итак, в 1.0.12, что в 1.0.12? Теперь слизни не спавнятся на мирном уровне. Плохо, да? Плохо, ну ладно, не спавнится, так не спавнится. Так, ну и значит в 1.0.12 добавили звуковые эффекты слизняков. Теперь они так как-то quick, или как они там правильно эти звуки издаются, я не слизень, честно говорю, я не слизень, поэтому издавать эти звуки я не могу. Приношу свои искренние извинения. И далее продолжаем, и у нас версия 1.0.13. 1.0.13, так, ну значит 1.0.13, теперь была подкорректирована текстурка слизней, они более реалистичнее что ли выглядят, или как-то, в общем, внешний вид был изменен, это проще говоря. Теперь работа над многопользовательским, в общем, в сетевой игре выживание, то есть пошла работа на исправление баги, что, то есть появилась сетевая игра в режиме выживания. Большая такая восклицательный знак. Креатива тогда не было. Солнце садится, и это круто. Также в 1.0.13 хочу сказать то, что на экране в сетевой игре в поле пароля требовалось команда /login. Ну, это в принципе как и обычно. Вот, и я прихожу в 1.0.14 и опять сказал вот. Кстати, я это заметил. Круто. В 1.0.14 была добавлена курочка. Курочка была добавлена, и добавлен проигрыватель. То есть теперь можно было ставить пластинку и слушать музыку. Ну, тогда были только две пластинки. Вот. Ну и добавились с этими предметами, с курицей и проигрыватель, новые предметы. Это куриные яйца, пластинка, вагонетка с двигателем и вагонетка с сундуком. Ну, я так думаю, эти предметы вам уже знакомы. Вот. И изменилось... Почему же я говорю этот вот? Куда исчезли коровы? У коровы был изменен внешний вид. Куда делись коровы, я не знаю. Ну, ладно. Теперь были три
новое музыкальное сопровождение, этот, музыка, в общем, когда солнце садилось, мы слышали музыкальную композицию, допустим, там пианино, еще две, то есть... Теперь было их три музыкальных композиции, и все разные. Я так думаю, многие замечали, когда садилось солнце, либо когда вставало, была музыкальная композиция. Вот именно после 1.0.13, точнее 1.0.14, были их три. Вот я сейчас про эту версию, кстати, и рассказываю. Вот, то есть тут корочки, вагонетка с двигателем, вагонетка. С чем там еще вагонетки бывают? Вагонетки с сундуком. Сейчас вагонетка из ТНТ есть. Круто. Над друзьями поиздеваться можно. Ну и в принципе на этом все. Всем спасибо за просмотр. И я хочу сказать то, что стрелы теперь крафтятся из кремния, а не из железа. И это был финальный десерт нашей версии. Ну и опять говорю этот вот. Ну в принципе новости такие маленькие. Вот. Уже бесит, если честно. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И у нас там крипер. Всем удачи, всем пока.